Человек проходит как хозяин, если он хозяин предприятия, преуспевающий бизнесмен или просто чиновник. Если ни то, ни другое, ни третье, то вы не человек вовсе и можете быть выброшены на помойку. Сегодня, 5 марта 2013 года, состоялась дерзкая акция протеста против выселения граждан из общежития завода «Мосшелк». Владелец «Мосшелка» господин Новичков – человек решительный. Понадобилось ему отдать здание общежития в аренду. Он и отдал. Людей же, что прописаны здесь уже около 30 лет, было решено переселить в какие-то странные квартиры, на которые никому из жильцов документов не выдали. То есть убирайтесь с глаз долой и с сердца вон. С помощью карманного ЧОПа, не знающего ни жалости, ни сострадания. Мы протестуем против незаконного выселения жильцов из общежития, находящегося по адресу Большой Савинский переулок, дом 18. Строение 12, которое находится, собственно говоря, вон там, где висит баннер. Жильцов выселяют, создавая им нечеловеческие условия на незаконных совершенно основаниях. Там прямо сейчас и... Они там прописаны? Они там прописаны, круглые сутки там находятся сотрудники ЧОПа прямо в жилом помещении. И этим, тем самым создают нечеловеческие условия людям, которые там живут. Там снесли стены, там сняли двери, проломили стены в комнате, где проживали женщины с малолетним ребенком, чем вынудили их съехать просто оттуда. А по чьему распоряжению это происходит? Это происходит по распоряжению генерального директора Московского шелка господина Новичкова, который, собственно говоря, насколько я понимаю, заседает как раз за этими воротами. А им что-нибудь предоставляют взамен этим жильцам? Им на словах предлагают какие-то квартиры, но никаких документов, подтверждающих их права на проживание, там не предоставляют. Гражданские активисты, вставшие на защиту выселяемых жильцов, развернули растяжки у ворот завода и на доме напротив, чем вызвали легкое замешательство у местной охраны. Приковавшись к воротам, молодые люди и не думали тушеваться, наоборот, держались с достоинством. Прибывший через полчаса наряд полиции, без собак, но с автоматом, несколько минут рефлексировал маразм, но, наконец, сориентировался и, включив властные полномочия, приступил к задержанию активистов. Вызванный начальством мужчина-мастер продемонстрировал ловкость выпиливания граждан из прометейских оков. Все завершилось благополучно. Баннер с ворот сняли, а с жилого дома нет, ибо не ментовское это дело по стенкам лазить. А освобожденных посадили в полицейскую машину, чтобы снова посадить. Наша логика – железнее цепей. Если бы власти с таким же энтузиазмом устраняли проблемы граждан, как они устраняют гражданских активистов, все бы, наверное, было хорошо в этой стране. И у хозяев жизни, и просто у граждан России. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.